Короче, есть мутный один из Средней Азии. Отмотал срок в Штатах, теперь гоняется за одним бойцом из Казахстана. И что хочет? А какая разница, что он хочет? Главное, что мы с этого имеем. He's a very bad guy. Has a bad reputation in New York and Kazakhstan. А я слышал, он где-то там ошивается. То ли в Нью-Йорке, то ли в Москве. When you control the entertainment industry in this town, you make a lot of friends. And enemies. Признаться честно, я хочу работать с вами. А насчет Алибека? Алибека здесь нет. Это точно? Нет ни его, ни его бойца. If you hear of any of his plans, let me know. I'll be sure to show my appreciation. Private jet? Yes. Sky's the limit, lady. А ты не боишься, что я Алибеку скажу все? Ты что, ты меня сдашь этому отморозку? Мой план, думаешь, исполнится? When was the last time you spoke to Ivan? I'm gonna fly to New York next week to see him. Я думаю, Алибек замахнется на все территории бывшего Союза. This is 3.5 million from Alibek for the big fight for you. That's a lot of money. Ну чё, сколько там? Ровно 580. Лягенькая цель. Thank you. У Алибека хорошие связи в Америке. И это мы не можем игнорировать. Is it a problem for you?